В среду, накануне матча со Скендербео, Локомотив прилетел в столицу Албании Тирану и уже вечером провел предыгровую тренировку на одном из городских стадионов. В занятии приняли участие все 19 футболистов, составивших делегацию Локомотива на заключительную встречу группового этапа Лиги Европы. По словам главного тренера, все живы-здоровы и готовы принять участие в матче. Матч решающий за выход в весеннюю стадию Еврокубков. И успех зависит исключительно от нас, причем устраивает даже ничейный результат. Однако, как отметил накануне Александр Самедов, настрой только на победу, и все в команде разделяют такую позицию. Игра состоится в четверг в 23:05. Трансляция на Матч ТВ. Не пропустите.